Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми. Лилиан Боны, уроженная Берта Жени Бон, профессионально известная как Билли Дафф, американская актриса. Родилась в Нью-Йорке в 1903 году в семье Чарльза и Берты Бон, оба иммигранты из Швейцарии. Будучи подростком, она работала моделью, чтобы прокормить свою семью, и была нанята Флоренсом Зигфельдом для участия в его ревью «Безумство Зигфельда». Я пользуюсь переводной Википедией. В начале 1920-х годов она официально сменила имя на Лилиан Бони и переехала в Голливуд, где начала сниматься в немом кино. Вскоре она стала одной из самых популярных актрис 1920-х годов. В 1923-м вышла замуж за Ирона Уилта, режиссера. Они развелись в 1929 году. Удав был легион поклонников мужского пола. Одним из ее самых настойчивых был Говард Хьюз. Говард Роберт Хьюз-младший был американским аэрокосмическим инженером, бизнес-магнатом, кинопродюсером, инвестором, филантропом и пилот. У нее был трехлетний роман с Хьюз, и она была помолвлена, чтобы выйти за него замуж, но она разорвала отношения. Кстати, Дафф также была пилотом, поэтому художником. После своего последнего фильма «Блондинка из безумства» 1932 года Дафф ушла с экрана, чтобы побыть со своей семьей. Она вышла замуж за богатого руководителя нефтяной компании Роберта Алана Кеннонстона. В 1935 году брак, который длился 35 лет до его смерти в 1970 году. У пары был сын Роберт Алан Кеннонстон-младший, который женился на актрисе Клэр Келли. В 1973 году у Билли Дафф был короткий третий брак с архитектором Джоном Миллером, который закончился разводом. Если не считать эпизодические роли в «Diamond Head» 1963 года, Дафф так и не вернулась в кино. Свои пенсионные годы она провела на ранчо «Мираж», затем переехала в загородный дом и больницу для кино и телевидения Калифорнии, где умерла от пневмонии в канун нового 1997 года в возрасте 94 лет. Похоронена в Мавзолее Свободы Форест Лоун. Билли Дафф удостоена звезды на Голливудской аллее славы за ее вклад в киноиндустрию США. Джазовая певица Билли Холидей взяла свой профессиональный псевдоним от Дафф, как поклонница актрисы. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о американской актрисе Лилиан Бон или Билли Дафф. Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.